Химкинские производители и розничные сети будут сотрудничать. Планы по совместной работе обсудили в пресс-центре стадиона «Арена Химки». Свою продукцию предприниматели продемонстрировали здесь же, на небольшой выставке. Ее посетил руководитель «Химок» Владимир Слепцов и даже продегустировал кое-что. Ну да, мы не позиционируем, что это диабетический продукт, это просто продукт для здорового питания. Всего около 15 предпринимателей смогли сегодня напрямую встретиться с представителями торговых сетей. Руководство «Химок» активно продвигает на прилавке именно подмосковные товары. Задача сегодняшнего мероприятия была связана с тем, чтобы услышал производитель и продавец друг друга. А узнал, очень важно, что многие просто сегодня не знают, что в Солнечногорске, в Химках, в Красногорске изготавливается колбаса вкусная, качественная и дешевая. Есть молоко, которое стоит литр молока, натурального молока, как было это раньше, 37 рублей, да? А многие этого не знают. Так, королевский комбинат «Калининград Хлеб» выпускает десятки видов выпечки, но никак не может найти своего покупателя, делится представитель комбината. Нам бы хотелось расширения рынка сбыта, чтобы нашу продукцию брали магазины, войти, конечно, в сети. Чтобы помочь предпринимателям и проинформировать потребителей, на деловом портале «Химок» пока в пилотном режиме запустили виртуальную выставку. В чем замысел? Вы заходите на деловой портал, заходите в раздел «Виртуальная выставка», ну, к примеру, вы предприниматель, да, и вы хотите найти отечественного производителя. Вся информация со всеми телефонами, с сайтами будет размещена в разделе «Тот, который вас интересует». Может быть, это будет продовольствие, непродовольственная часть. Также на совещании обсуждалась динамика цен на продукты питания, политика размещения рекламы в городе.